Сейчас буду пробовать первый раз чевычу. Рассольный вкус, как скажете? Я вообще очень люблю рыбу, но это одна из самых вкусных, какую я пробовала. Спасибо большое. Здесь, на выставке продажи «Икра и рыба камчатская», можно приобрести одну из самых ценнейших и вкуснейших рыб – чевычу. Польза чевычи для организма заключается в содержащихся в ней витаминах, которые регулируют все внутренние процессы. Мясо королевского лосося, как еще называют чевычу, содержит полиненасыщенные незаменимые кислоты, которые активно участвуют в метаболических реакциях, стабилизации работы центральной нервной системы, предохраняют от возможных инфарктов, инсультов, других заболеваний сердца и сосудов. Все быстренько, все разбирают, все. Видите, сколько народу-то? Поэтому всегда, вот сколько дней стоят, они всегда, в гости еду, чтобы для гостей, угостить. Благодаря нежному вкусу рыба и ее поимка у некоторых коренных дальневосточных народностей относилась к разряду культовых. Интересно, выдающийся русский путешественник и исследователь Дальнего Востока Крашенинников так описывал почтительное отношение к чевыче у камчедалов. Пойманную первозаходную рыбу те запекали на костре и съедали с великой радостью и ликованием. Камчатские аборигены утверждали, что по вкусу чевыче превосходит всех имеющихся на полуострове рыб. Хорошее впечатление. Вот в следующий раз они приехали, мы ждали, они сейчас приехали, думаю, наверное, жара их нету. И сейчас снова взяли, набрали. И вкуснее, во-первых, вкуснее, видимо, на отлов, свежее, да. Даже очень, так бутербродик от души скушаешь. Всего же на выставке продажи более 35 видов рыбной продукции. Это омуль, белорыбица, кижуч, нерка, окунь, икра. Женщинам употребление морских даров помогает предотвратить проявление анемии, повышает иммунитет, защитные функции организма, улучшает состояние кожных покровов, волос и ногтей. У мужчин при употреблении чевычи улучшаются белковый обмен, синтез жиров и углеводов, повышается уровень тестостерона, а также рыбная диета способствует укреплению мышечной костной ткани, снижает риски проявления возрастных заболеваний. Самая свежая и вкусная рыба возле торгового центра «Премьер» работает до 6 августа включительно.